Окаменелые останки человекоподобного существа были впервые найдены в долине Неандерталь. Отсюда и название «Неандерталец». Представь себе, оживить нашего ближайшего родственника. Начнем с удаления ядерной ДНК и ее замены образцом Уильяма. Кто выносит эмбрион? Я. У вас мальчик. Поздравляем, мама с папой. Это Уильям, здоровый недельный малыш-неандерталец. Вы гордый отец, доктор Рид. Я очень им горжусь. Вопрос в том, что лучше для Уильяма. Пещерный человек, вернись! Ты не пещерный человек. Знаю, я неандерталец. А это означает, что ты особенный. Гляньте-ка. Восемнадцать по-английскому. Плохо. А сколько получила ты? 34. Это очень высокий балл. Я всегда была ботаном. Его когнитивные навыки не соответствуют ни одной принятой модели. Это не вопрос интеллекта. Он уникален. Иди в колледж, как твои одноклассники. С самого рождения ты использовал его, чтобы прославиться. Ты его сдерживаешь. Он будто хочет сказать что-то. Возможно, он говорит сквозь тебя. Ты тот парень из университета. Это так круто! Тебе здесь нравится, Вилл? Очень. Вилл, у тебя есть место. Ты опозорил меня на глазах у всех. Твоя работа провал. Почему не называть все своими именами? Чтобы увидеть более глубокую истину. Нет, думаю, мы отклоняемся от правды, не приближаемся.